Борьба с незаконным оружием. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в 12 регионах России. В списке оказался и Дагестан. Всего было выявлено 42 человека, которые занимались изготовлением оружия и боеприпасов, а также их сбытом в разных регионах России. Приостановлена деятельность 22 подпольных мастерских. Они были оснащены специальным оборудованием, в том числе 3D-принтерами. Были обнаружены пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и револьверы. Кроме того, было найдено 17 гранат, порядка 15 килограмм пороха и тротила, 110 детонаторов, больше 80 тысяч патронов и комплектующие для изготовления оружия.